Презентация на руинах прошла сегодня в Тейкове. На месте бывшего цементного завода будет построено современное производство теплоизоляционных материалов и сэндвич-панелей. Инициатор проекта – компания «Теплант». Чтобы превратить это здание в крупную работающую компанию с налаженным циклом, потребуется 2,6 миллиарда рублей. Для региона такие инвесторы на вес золота. Чтобы удержать их в области, губернатор лично проводил переговоры. Когда действительно до нас дошла информация, что «Теплант» ищет возможность где-то разместить одно из своих крупных предприятий, то я вышел на них, пригласил к себе. И действительно история такая была. Я подтверждаю, что я им оставил мобильный телефон. И это, наверное, немножко подкупило инвесторов. Для Ивановской области этот проект выигрышный во всех отношениях, поэтому повоевать за внимание инвесторов было необходимо. Работать только на первом цикле производства смогут 300 жителей региона. Зарплата рядовых рабочих будет колебаться в районе 25 тысяч рублей. Около 25, а то и 30% составляющей цены этой сэндвич-панели как раз и составляет логистика, то есть доставка, потому что перевозить эти панели, они объемные, и перевозить их достаточно сложно и дорого. Поэтому сокращение доставки тоже, я думаю, многих стимулирует. Я думаю, что и мы будем рассматривать возможности и реконструкции каких-то и наших зданий. Я уже так посмотрел, думаю, не аэропорт наш надо привести в порядок, сделать такими панелями. Запустить импровизированную кнопку обратного отсчета до момента запуска завода в Тейково приехал летчик-космонавт Алексей Леонов. По совместительству он президент компании управления инвестициями «Беринг Восток». 5, 4, 3, 2, 1. Пошло! Первый человек, вышедший в открытый космос, отметил, что важно запустить завод именно в оговоренный заранее день, чтобы доказать всем, можно работать качественно и не срывая сроки. Днем этим стало 15 июля следующего года, дата символическая. Именно в этот день, 42 года назад, произошел экспериментальный полет «Союз-Аполлон». Панели, которые держат при 15-сантиметровой толщине, держат так же тепло, как 75 сантиметров кирпича. Представляете, сколько надо уложить кирпича, чтобы построить. А здесь пришли панели, подогнали. С металлом нет проблем. Здесь рядом где-то предприятие. Сегодня губернатор сказал, которое можно использовать. Пока здесь только разрушенные стены, прогнившие балки и горы строительного мусора. Но уже через 348 дней завод должен начать работу и превратиться в такое чудо инженерной мысли. Космонавт Леонов пообещал приехать и лично проверить. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.